Дима, а что насчет пустых полок в магазине? Ты себе уже что-то закупил? Нет, не закупил, но планирую. Риск остаться без сахара или, к примеру, гречневой крупы все же есть. Сегодня представители народного контроля прошли по супермаркетам города и проверили наличие товаров первой необходимости. Распродали гречку. К сожалению, к такому ажиотажу, естественно, ну, не знаю, ни одна сеть, наверное, не приготовилась. Это буквально всплеск пошел на днях. Вот. Но гречка едет, все приедет в магазин. Сегодня? Вот, может быть, сегодня к вечеру доедет, может быть, завтра будет. В магазинах все есть. Но видела, что как пенсионерки закупались, мешками таскали, но мы не покупаем так. Мешки чего? Сахар брали, я видела, крупы. Ажиотаж начинает потихоньку спадать, но тем не менее на полках товары первой необходимости – это крупы, значит, сахар, соль. Значит, гречка, значит, мы их в отдельных супермаркетах на наших полках не увидели. В одном из супермаркетов цены на некоторые товары первой необходимости завышаются. Драматизировать не нужно. Значит, работает система поставки. Значит, она корректируется. И, как нас заведующие заверили, в ближайшие там 2-3 дня все встанет на свои места. Дима, я знаю, что к продовольственной теме тебе есть еще что добавить. Да, есть. Дефицита продуктов питания и повышения цен в республике не предвидится. Как формируется продовольственный запас республики, сегодня проверил временно исполняющий обязанности главы Чувашии. Наша съемочная группа сопровождала в этой поездке Олега Николаева. Теперь...